Сейчас я прошу заседание провести закрытым без представителей СМИ. Кроме того, ходатайство в связи с рассмотрением ходатайства следствия об изменении мер пресечения в отношении Гарипова, который до момента задержания занимал одну из руководящих должностей исполкома города Казани, являлся публичным человеком, выступал в качестве представителя во многих других делах, вызвавших общественный резонанс, а также в настоящее время заключивший судебное соглашение о сотрудничестве с органами предварительного следствия, в рамках которого он дал признательные показания, заключающие преступные деяния должностных лиц, обладающих властными полномочиями, которые могут оказать давление на самого Гарипова, членов его семьи, создать реальную угрозу убийства насилия над ним, уничтожение или повреждение его имущества. Прошу не разглашать данные предварительного следствия о том, что судом рассмотрен данное ходатайство, а также результаты вынесенного решения и не представляет сведений для публичных публикаций в СМИ, так как мы доверительно опасаемся свою жизнь и здоровье членов своей семьи. Кроме того, статьей 161, часть 3 Уголовно-процессуального кодекса указано, что данные предварительного расследования могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателей только в том объеме, в каком именно ими будет признано это допустимо, если разрешение не противоречит интересам предварительного расследования, не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного суда производства. Такое ходатайство. Ваше честь, 30.03.2016 года вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренных в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении организованной группы неустановленных лиц. В дальнейшем в одно производство с ним соединены уголовные дела номером 532-894, 532-895, 532-896, 532-897,